Это уже третья встреча в стенах первой школы. Воспитанники лагеря для старшеклассников «Круто», они же юные журналисты, ловили каждое слово выступающих. В этот раз в гости к ребятам пришли Алексей Федосов, заместитель начальника ОМВД по городу Десногорску, Олег Пресняков, руководитель Десногорского лесничества, и Евгений Свиков, капитан речного флота. Прежде всего, воспитание патриотизма и в целом, и у нашего подрастающего поколения, чтобы они знали, кто город строил, как это делалось, что отцы и деды тут строили, ну, чтобы знали нашу историю города. Эти хорошо известные люди нашего города стали героями будущих фильмов для Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям». Этот проект будут подготавливать дети, то есть учащиеся первой школы, да, насколько я знаю, а детям отказывать нельзя. Это наше будущее, это наша надежда. Постараюсь все возможное сделать, и также еще и невозможное. Юные журналисты первой школы активно участвуют в конкурсе «Слава Созидателям» и все вместе пишут историю страны «Росатом».